Создание ремесленной мастерской для инвалидов. С такой инициативой пришел химчанин Андрей Бобров к временно исполняющему полномочия главы округа Дмитрию Волошину. В микрорайоне Сходня мужчина заведует двумя мастерскими. Там люди с инвалидностью занимаются резьбой по дереву. Занимаемся мы профподготовкой ремесленной товарищей с инвалидностью по производству и изготовлению художественных изделий из дерева. Сама деятельность, она является средством реабилитации человека. В администрацию обратился за поддержкой. Для расширения необходимо новое оборудование и помещение. Ушел, что называется, не с пустыми руками. Мы можем выделить помещение. Это помещение отремонтировать. Оно будет называться центр ремесленных работы инвалидов. Купить необходимое оборудование. И это уже будет сделано конкретно администрацией вместе с инвесторами городского округа Химки. В соцзащите также вызвались помочь. Реализовывать проект будут совместно. Вот такие трудовые мастерские были бы для них хорошим подспорьем, потому что прежде всего они могли бы им обеспечить независимость, материальную независимость. Встречи с предпринимателями проходят регулярно. Сотрудничество власти и бизнес-сообщества показывает, что неразрешимых проблем не бывает.